Уже ни для кого не секрет, что Ульяновск – авиационная столица России. Наш город является крупнейшим центром гражданского авиастроения. В целом, российская авиация готовит и выпускает настоящих профессионалов в своем деле. Однако совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что российские пилоты массово уезжают работать в Азию. Мы сегодня полностью готовим столько, сколько нужно пилотов для нашей гражданской авиации. И наши пилоты востребованы. Вот ваш вопрос, когда почему отток туда или сюда. Сегодня говорят о том, что больше денег. Да, это так, в определенной степени. Но никто никогда и нигде не возьмет некачественного специалиста. Мы готовим самых лучших пилотов в мире. Ульяновский институт гражданской авиации тоже славится своими выпускниками. Выпуск 2017 года стал юбилейным. Около 500 выпускников собрались в торжественной обстановке на территории института. Поздравить их с важным событием в жизни приехал и губернатор Сергей Морозов. Каждый год поколением приходят новые молодые талантливые ребята, которым мы отдаем в руки все, что есть у нас самое ценное. Я должен говорить, конечно, о нашей замечательной родине, веду разговор о жизни этого человека, которому вы отвечаете. Пилоты, диспетчеры по управлению полетов, специалисты по авиационной безопасности, топливному обеспечению, спасатели и менеджеры транспорта с сегодняшнего дня уже не курсанты. Они получили грамоты, награды, звания и, конечно же, дипломы об окончании института. Шел к этому долгих 5 лет, плюс 2 года пока поступал, впечатления только положительные. Дальше высшее трудоустройство. Посмотрим, как получится дальше. Бесконечная гордость за то, что я училась в этом вузе. И, конечно же, красный диплом – это путь в новую жизнь. Я сам из Белоруссии. В Белоруссии нет такого института, который предоставляет такие возможности. Но я не сдался и поехал в Россию попытаться. И все получилось. Я рад. Многие выпускники уже прошли собеседование в крупнейших авиакомпаниях. Другим это только предстоит. Но ясно одно – таких специалистов ждут и на земле, и в небе. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.